Всем привет, друзья! Вот сегодня второй раз вам показываю видео. Обед 13 декабря. Принес теплой водички вот птицы. Утром в этом бульоне я был с 7 до 7:30 утра. Вот мне это добавлял подстилку, кормил птицу. Все было нормально. Мой драчун на меня еще нападал несколько раз тут. А сейчас вот пришел обед. Вот мой драчун. Вообще не пойму, что такое. Здоровый петух. Хрен поднимешь, какой вес. Вот лежит на спине. Я первым делом напугался, думал, неужели опять хорек? Нет, нигде нету, что его кто-то грыз. Или ударился он очень тяжело. Может, тут с этого вот. Или я не знаю, что ли. Или подавился. Хрен его знает, что такое. Ну, короче, нету моего драчуна. Вот такая трагедия у меня случилась. Вообще не пойму. Вообще не пойму. Не больной, здоровый. Самый активный такой. И вот что случилось. Вообще непонятно. Его, конечно, бы вскрыть, поглядеть, что такое. Но я этого делать не буду. Что случилось, то случилось. Значит, теперь этот, который мне нравился, за главного, но у меня еще есть в запасе. Еще есть в запасе. Вот так получается. Видите, как не оставлять запасных петухов? Многие мне, ну, да, у тебя же вон есть. Вот так вот есть. Случается вообще разные ситуации. Вот хлопы нету. Вот что ему надо было? Не болел, ничего. Тяжеленный тут. 4 кило смело. Вот так вот. Вот такое плохое настроение у меня. Ладно. Что есть, то есть. Он опять раскровили. Опять раскровили гребешок у курочки. Надо сейчас мазать. Вот только увидал. Ладно, хоть. Вот видите, я говорил, я ее лечил. Замазывал зеленку, она опять кровит. Вот. Сейчас буду лечить ее. Ладно, все. Выключаюсь.